Всем привет, с вами снова я, принцесса Молдаванки. Я вернулась в нашу любимую Одессу. Маму, вот уже на Новом базаре скупляюсь на наш пикник с девчатами. А скоро расскажу вам выпуск новостей, которые мы с вами заслужили. Вообще, одесские базары – это, конечно, что-то. Это и креатив, и бомонд одесских женщин, и цены самые дешевые, которые можно было придумать вообще на эти шикарные продукты. Сумасшедшие изобилия. Вот клубника уже по 75, горошек молодой по 80. Вообще, бери, не хочу. Соточка доллара уходит только так. Честное слово, вот мне бы, знаете, этими не корми, так дай на базар сходить. Вот я променяю лучше 100 долларов, куплю на базаре продукты, чем куплю себе какую-то модную сумку или на очередные босоножки. Идеальная жена. Умница, красавец, принцесса. Итак, доброго вечера, мы из Украины. С вами снова я, принцесса Молдаванки. Она же Катя, умница, красавица, скандалистка. И с вами наш постоянный теперь уже выпуск новостей. Новости, которые мы с вами заслужили. Итак, первая новость, которая произошла в нашей дорогой любимой Одессе маме, это то, что Геннадий Леонидович собственной персоной разрешил нам наконец-то купаться на муниципальном пляже. И даже набрался смелости и провел там своим каким-то миноискателем это исследование дна на отсутствие мин. Молодец, Геннадий Леонидович, мы довольны, рады, счастливы, так сказать, личные гарантии от Геннадия получены на то, что сезон курортный у нас в Одессе таки состоится. Красавчик, 5 баллов. Но после того, как Катя исследовала муниципальный пляж, она решила проведать еще и муниципальный туалет, который находится у нас на 10-й фонтана. После того, как она познакомилась на пляже с парнем Александром и выпила литр пива на двоих вместе с креветками. Так вот, что я скажу вам. Геннадия Леонидовича в этом туалете точно не было. Если бы он туда зашел бы хотя бы одной ногой, то с нами бы Геннадия Леонидовича уже бы не было. Не знаю, плохо это или хорошо, кто-то бы порадовался, кто-то бы посочувствовал, но то химическое оружие, которое там нас пытаются отравить в этом туалете, наверное, срубило бы наповал роту русских солдат. Поэтому Катя в туалете не пописала, а пописала рядышком в кустах. Сфотографировала себя, конечно, в этот момент. И хуёвая Одесса это событие осветило, как некая светский раунд в нашей дорогой Одессе. И что я вам хочу сказать, таким туалета в Одессе будет не скоро. А принцессы ведь тоже хотят ходить в туалет. Неправда то, что они там не пукают и все такое. Принцессы живые люди. А наша доблестная власть обещает построить туалет уже 3 года. За это время могли бы дворец целый возвести для Кати. Третья новость, которую мы с вами заслужили на этой неделе, это то, что в Одессе у нас открыли знаменитую Ибицу концертом Монатика. И после этого, конечно же, понеслось в соцсетях. Хейтеры, которые не вылазят из своих телефонов, у которых нет денег куда-то выйти, начинают говорить о том, что ах, какие вы плохие люди, на улице война, вы ходите танцевать и развлекаться, их такие-сякие. В общем, это какая-то мне напоминает, знаете, Украину, страну сейчас абьюзеров. Туда не иди, то не говори, на том языке не пиши. Все друг до друга доебываются. Говорят, отъебитесь вы просто от всех и оставьте всех в покое. И будет всем нам хорошо. Да, Миша? Миша со мной не согласен. Четвертая новость, которую мы заслужили, говорят, что в Верховной Раде наши доблестные депутаты хотят объявить некую охоту на ведьм. То есть типа мужчины, которые выехали за границу после 24 февраля, теперь будут каким-то образом вынуждены вернуться в Украину. Если вы, доблестные депутаты, вернете хоть одного олигарха, выехавшего с Украины 24 февраля, вернете все его деньги, то я лично дам ему в Украине по возвращению. Если не вернете ни одного, то будете отдуваться за всех. И попробуйте только, мальчики, облажаться. Ну и самая позитивная новость, это то, что Катя вернулась с Грузии в Одессу, она снова с вами готовит новый материал с горячими грузинскими рассказами. До новых встреч, с вами была я, принцесса Молдаванка, наш блог «Те люди», ставим лайк, колокольчик, донатим денежки на карточке Кати на клубнику, и все у нас будет доброе. Одесса, люблю эту песню про Одессу. На Дерибасовске снимается кино, красивых девушек на полу полно, а вот и вы,
Дадим 100 гривен музыканту. Следующий раз нам кто-то даст. Вот с такими дядечками организовывать стендапы на улице. Одесса на Чили. А тут Джерри Холл. Какая нахер Джерри Холл? Вот Одесса. Колумб матросом выкатил из серии, открывши мне Одессу. Девчата самые красивые на свете. Но говорят, до самой смерти он подозревал, что это лонжерон. Бабушки самые элегантные, смотрите, королева Елизавета. Красивых девушек у нас полным-полно, а вот и мы, а вот и я. И не советуешься, улица моя. А вот и вы, а вот и я, вы не советская, милая моя. Пара-пара-папа. Да, заслужил. Пара-пара-папа. Реально.